Поклонники творчества певца «Шаман» готовы подписать петицию о вручении ему звания народного артиста России. И Министерство культуры крепко задумалось об этом. Ярослав Дронов, он же «Шаман», один из немногих, кто поддержал свою родину в это непростое время. Причем сделал это очень мужественно, не боясь последствий. Появилась информация, что чиновники готовы пойти на уступки и немного обойти правила присвоения звания народного. Как мы все знаем, просто так его не получить. Для этого нужно сначала получить звание народного деятеля. А вот такого звания у шамана нет. Но несмотря на это, он все же может удостоиться звания народного артиста. Поклонники считают, что многие из тех, кто уже носит это звание, не так достойны его, как шаман. И, честно сказать, настроены они серьезно. Знаете, кстати говоря, с ними нельзя не согласиться. Как много артистов получили это звание, не пойми за что. А вот шаман, как никто другой, его заслуживает. В общем и целом, народ просит сделать исключение из правил и удовлетворить их просьбу. А что вы думаете по этому поводу? Дадут ему звание или нет? Приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.